Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Поздравляем вас с Днем Великой Победы, 9 мая. Уж много лет прошло, но мы будем вечно помнить этот день, когда пришел войне конец, пришла Великая Победа. Мы помним битвы и сражения, и знаем, как она досталась тяжело. И помним тех, кто пролил кровь и отдал жизнь за Родину свою. Мы благодарны всем, кто принимал участие в войне, всем труженикам тыла, кто доблестно сражался на полях сражений, кто подвигом приближал великую победу, всем тем, кто с нами и уже не с нами, кто подарил нам жизнь взамен своей. Ваш подвиг для нас бесценен, и его нельзя ничем измерить. Хранить его мы будем вечно из поколения в поколение. Спасибо вам за возрождение страны после войны, за ваш еще и трудовой подвиг. Спасибо вам за мирное небо, за счастье быть свободными, за радость жить на нашей земле. Ваш подвиг и ваша беззаветная любовь всегда будет служить для нас примером. А в 76-й день Великой Доблестной Победы и мы спешим поздравить вас и ветеранов, а также всех клиентов и партнеров, друзей и всех, кто рядом с вами, и никогда не забывать Великий День Победы. И помнить про него годами и веками, передавая из поколения в поколение. Желаем вам здоровья, счастья и большой любви. С любовью и чувством глубокой благодарности. Коллектив компании «Универсальные грузовые решения».